Всем привет, ребят! Сегодня будет обзор на гача Nox. Не думаю, что получится красивое, ну или хотя бы милое. Ладно, поехали. Вот так выглядит этот мод. О, что с мелодией? Может, она такая и должна быть, просто я всегда выключаю мелодию в играх в гаче. Обучение нам не нужно, слишком много розового. Оу, ну тут еще больше розового. 4-1 штук кисти рук. Надеюсь, там будет что-то нормальное, а то я не умею рисовать руки. Да, тут есть нормальные руки. Ладно, давайте посмотрим, может, позы добавили новые. Что это? Не думаю, что я буду это использовать. Из новых причесок я заметила только это. Я могу ошибаться. И да, я до сих пор болею, тип грустно, но мне не грустно, потому что я делаю видео. Из волос я поменяла только челку и вихор. Так, переходим к глазам персонажа. Из новых мне понравились два последние. Но думаю, если другие подредактировать в этой штуке, то они. Я не придумала, что сказать. Я, конечно, думала, чтобы просто взять обычные глаза из гача-клуба, но я взяла глаза из мода. Давайте перейдем к зрачкам. Зрачки просто прекрасные. Осталось только их сделать с размером глаза. И да, я решила выключить мелодию. Из одежды меня привлекло пустое окошко. Это была невидимая футболка. Но я захотела взять обычный топик. Странно как-то, но голый торс есть, а бежевую футболку сделать нельзя. Хотя, может, для девочек нельзя такого цвета футболку. Из принта я выбрала утуб. Мне надоело болтать, поэтому просто ускорю видео. Что ж, хочу сказать, моду я поставлю 8 из 10. Много милых новых аксессуаров, одежды и глаз. Извините, что видео получилось слишком долгое и скучное. Напишите в комментариях, снимать мне еще обзоры. Ну, на этом все, всем пока. Молодец, если нашел дымка в видео.